идет такая же штука, что зима была такая холодная, здесь был вход в раздевалки, и мы смейки делали в раздевалке вот здесь, 33 градуса в минус. Да, когда шайба попала в штангу, разломалась пополам, то это серьезно. Одна половина в ворота и вторая я в слышал, это в НХЛ тоже говорят, что да. В прошлом веке так было. Но это просто, это не шутка, это серьезно. Очень жесткие ребята здесь, играли вот в тело. Такой же крепкий как бы характер. А вы защитником были? Я был нападающим, а потом когда... Где-то в половине карьеры там один тренер не был защитником, и он сделал, ну, переработал меня с нападающего на защитника. А так, если ты не шел на лед с этим, даже на команде не может быть. Это было удивительно, вот такое же дело, что хоккей остался у меня на всю жизнь.